Сотрудники Госадмтехнадзора и администрации Новинского поселения провели спецрейд. Они выяснили, насколько руководители предприятий соблюдают требования закона о благоустройстве и уборке территорий. В некоторых местах проверяющие обнаружили огромные свалки. Кто будет их убирать? Репортаж Ольги Михаленко. В первую очередь участники рейда посетили военный городок, расположенный близ деревни Новая. Муп-теплосеть проводит здесь работы по замене труб, поэтому вся территория перекопана. Но это полбеды. Помимо грязи, то и дело встречается наваленный мусор. Зафиксировав все нарушения в военном городке, участники рейда проехали по торговым точкам поселения. По закону Московской области, хозяйствующие субъекты обязаны содержать в надлежащем виде прилегающую территорию в радиусе 5 метров от своего предприятия. Под этим подразумевается уборка территории, окос травы, установка и содержание мусорных баков, бордюров, лестниц и другие работы по благоустройству. Своим впечатлением от увиденного поделился глава Новинского поселения Евгений Рунов. У нас предприниматели, сейчас такое у нас потребительское отношение, что-то взять и ничего не дать обратно. Вот с целью вот по предпринимателям мы будем вести кропотливую работу и заставим их сделать территорию надлежащий вид, чтобы не было стыдно. В ходе спецрейда по Новинскому поселению были осмотрены 10 объектов – магазинов и промышленных предприятий. Практически возле каждого из них зафиксированы нарушения. Всем хозяйствующим субъектам дан недельный срок для их устранения. В случае неисполнения предписания к ним применят штрафные санкции. Если это физическое лицо от 1000 до 5000 рублей, и в зависимости все это увеличивается в пропорции одно должностное лицо ИП, либо юридическое лицо. Рейд был проведен в рамках подготовки к месячнику благоустройства. В апреле в Новинском поселении, как и во всей Московской области, пройдут субботники, принять участие в которых призывают всех жителей. Но субботники субботниками, однако до начала их проведения вся территория поселения должна быть приведена в надлежащий вид.